Да, у меня вся родня. Я не могу их по одному говорить, потому что вот часто у меня даже брата похорон. И второго не могли найти. Тело не знает, где он. Единственная надежда, вот что вот у нас российские миротворцы там помогают. Больше мир на это глаза закрыл, не хочет ничего слышать. И мы думаем, если вот не будет вот даже миротворца, вот один час хоть, ну у нас будет геноцид. Мы уже понимаем это. Потому что никакой информации не дают про этих людей. И не говорят, дальнейшая их судьба, что будет с ними. Кто не знает, кто где находится. Или в лесу, или в горах, или голодные, или холодные. Может, их и уже и живем нету. Может, и не увидим их живых. Не знаю, вот. Как-то вот так тяжело. Вот. Не могу дальше говорить, извините.